Так, ну и что у нас? Пошел прямой эфир. Всем привет. Вот мы и снова в городе Москва. Мы приземлились. Чуть не опоздали на рейс. Славная компания «Азур» целый час распаковывала наш багаж. Вот. А еще нам разбанили перископ. За что банили? У Маси слишком красивая грудь. Видно, кому-то очень сильно это не понравилось. Кто-то позавидовал и настучал. Россия, блин. Всем привет. Все, через полтора часа будем в Санкт-Петербурге, заберем нашу машинку, купим вкусных нортиков, черники. И ура! Никакой жары. Да, мы тоже все соскучились. У нас на самом деле теперь есть еще запасной перископчик, он будет на Маськиной странице, так что смотрите. Так, сзади на меня все смотрят, да я уже привык. Ничего страшного. Где мы? Мы в Домодедово. У нас только что было 12 часов классного перелета Пунта-Кана, Москва. Убийственной авиакомпании. Да. Поняли, что мы больше эконом-классом не летаем, только бизнесом. Вот. Hi from Israel. Thank you. And for Israel, very, very, very big, 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 big hello. Так, Новосибирск. Новосибирск тоже. Показать Масю. Показывай. О. Да, мы не спали уже почти двое суток. Азур. Азур, да, Азур это... Компания «Азурчик» это была что-то с чем-то. Опа. В итоге мы успели перебронировать билетики еще на S7, хотя должны были ехать вечером с Сапсаном. И оказываемся в Питере на 6-7 часов пораньше. Так, ну чего, теперь надо брать мои сумочки. А у меня их много. Опа, опа, опа. Во. Так, смотрел новости, да. В новости мы попали. Мы с Масянькой потанцевали красивенько. Единственное, что не успели даже поотвечать ребятам, потому что славный город, место Пунта-Кана решил нам сделать весь аэропорт без интернета. Поэтому мы не могли даже общаться. За сиськи банили, да? За сиськи. Вот за эти красивые сиськи. Только теперь мы их, если и будем показывать, то только со скотчем. Так, новости класс, спасибо. За что бан был? За что бан был? Ну, неизвестно. Видно, кто-то пожаловался. И 16 400 подписчиков остались без нашего внимания на почти целую неделю. Да. Все, летим домой! Ура! Мы соскучились по чернике, по белым грибам. Везем с собой 5 часов материала. Начиная от Миши Кокляева, его размышления, как он будет дальше двигаться, что интересного в Москве. Ответы на вопросы, которые были у нас в Инстаграме и в ВК. Ну и такие маленькие приколки-придурки. А, я же еще там присел. Круто присел 111,5 килограммов на 60 раз. Так что новый рекордик. И он тоже будет у нас на канале. Чего с твоими глазами? Ребята, научитесь хоть правильно писать. Ничего, а чего? Неохота уезжать было. Маське неохота, а мне охота. Я хочу за грибами. Я хочу поесть чернички. Я хочу клюквенный морсик. И я устал от доминиканской пищи. Она вся соленая, жирная, сладкая, ужасная. А я хорошо готовлю. Так, привет из Казахстана. И вам, Ника, тоже привет. Она не особо радуется возвращению домой. Почему? У нас целая куча проектов. Куча разных планов, куча работы. Так что вроде нам хочется домой. Ну, мне. Ну, хочется просто помыться и лечь в кроватку. А я нормально, я на бодряках. Ты чудовище. Где такую майку купить? Этой майке 12 лет. Ну, а дальше все знаете. Так, на человека я не похож. Ну, так это же прекрасно. У вас есть дети? Нет. И ответ на это есть на YouTube-канале. Смотрите топ-10 вопросов для Александра Шпака. Там есть все про детей, почему глаза накрашены. А зачем у меня клыки, почему такие губы, зачем такие шрамы и тому подобное. Сколько летит Доминиканы? 12 часов. 12 часов очень маленьким рейсом, с очень маленькими сиденьями. Вот. Сейчас мы пройдем. Я приседаю 125 на 50. Я с удовольствием посмотрю. Присылайте, если это так, я выставлю вас даже к себе на канал. Ну, надеюсь, вы приседаете без бинтиков, без пояса и в сет, да? Так. Ника, я вас люблю, берегите себя, спасибо. Привет, солнечного Колорадо. Вау, Колорадо, прикольно. Нам какую-нибудь фоточку оттуда присылать. Мы никогда не были в Колорадо. Так. Теперь будем везде с Масей танцевать.
Да. Мы хотели в самолете, но что-то настроения не было. И самолет был такой узкий, что был ахтом просто. Так отдохнули? Классно. Так, у нас места 11А, 11Б. Мася потерял. Почему Мася? Мася вон. Прямо передо мной. Мася, возьми у меня телефон. Да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Здравствуйте. Так. Вон она. Идет впереди. О, здесь хоть сиденье побольше. А то в тех сиденьях, вы не поверите, даже жопа не помещалась. Так. Мася, где у нас какие места? Так. Какой компании летали? Летали Азуром. Больше не полетим. Так, солнечные сердечки, это для вас. Спасибо. Надо сказать девочке спасибо большое. Да. О. А здесь была девочка, которая подписана у нас в Инстаграме. Работает она в Домодедово. Огромное спасибо и респект. Она нам сделала шикарные места. Нам есть где выложить даже ноги, спасибо, руки и все остальное. На, держи телефон. Это просто подарок. Жалко, мы не знаем, как ее зовут, но большое-большое спасибо, потому что это самые шикарные места. Добрый день, дамы. Ура, мой самолет. Мы возвращаемся домой. Куча планов. Все, Азур. Кстати, Азурчиком мы летели тогда и с Димой Коковой и компанией туда. Но мы туда летели вынужденно, чтобы со своими ребятами познакомиться. А так, на самом деле, либо Аэрофлот, либо Air France. И еще лучше бизнес-класс. Так, Саня сделал новую прическу. Не, старая улежалась в самолете, пока сидели. Азур Air бомба. Да. У Маси где койки? Я Маську все уламываю сделать койки, она мне говорит, чтобы я шел в... короче, не хочет там койки. У ангелочков не бывает койков. Как это у девочков не бывает койки? Я говорю, у ангелочков. А, у ангелочков? Она типа ангелочек. Вы не знаете, кто из нас еще ангел... Кто не ангелочек? Ну, видели? Ангелочек. Так, сколько вам лететь? Час? Час 30. 16:35 мы прилетаем. Чуть за рейс такой неправильный. За что забанили? Забанили за Масину грудь. Мы ее показали. Вот. Кто-то пожаловался. Какая-то не очень счастливая личность. Зависливая. Зависливая. Ничего. Скоро мы Маське сделаем задницу. Будем показывать ее задницу. А задницу показывать можно. Вот такая лицемерие царит на просторах. Доминикано, компания России летает, бывший самолет Трансаэра. А, да. Кстати, Трансаэра раньше был бизнес-класс, не шибко хороший, но, по крайней мере, он был почти адекватно доступен. Да, это мы знаем. На самом деле, в Аэрофлоте вообще все шикарно, все хорошо. Говорили, что забанят. Да, а мне казалось, нет. Сиськи и сиськи. Что за лицемерие такое? Я вообще затоплюсь. Мягкой посадки, Саша и Мася, спасибо. Так, хорошего полета. Все, Мася, нам все желает хорошего полета. Да, спасибо. Ну, что-то такая сонная. Ну, сейчас мы проспимся, помоемся и будем бодренькими. Да, будем снимать разные пранки. А ты жвачку выплюни, хватит. Да, и будем что-нибудь показывать интересного. Теперь будем делать... Куча разных маленьких видео зарисовок в Инстаграм. У нас целая куча мыслюк есть. В какой город летим? В СПБ, да, мы возвращаемся. Все. Ой, розовые сердечки. Так, а где розовые? Где розовые сердечки, Мася? Говорят, ловите розовые. А вот розовые. О. Очень одинокие. Когда прилечу в Тольятти, ребят, летать по России – это дорогое удовольствие. Поэтому, если за чьи-то счет с каким-то интересом, то, конечно, может быть. А во всех остальных случаях мы самодостаточные. Мы не настолько, чтобы кататься по городам ради того, чтобы просто по ним прокатиться. Все, мальчики и девочки, мы были крайне всех рады слышать. Всем пока. Пока. Ну, сонный ангел мой. Все, дедрэнэм. Значит, что сейчас будет опять вот это вот. Все, я хочу iPhone. Я больше не хочу Samsung. Он не работает. Будет тебе. Будет тебе. Мася. Зачем делать Масе задницу, чтобы задница была такая же красивая, как у меня. И вы больше смотрели теперь на ее задницу, а не на мою. Так, значит, что это?